А перед началом ролика хочу поставить группу КРМП Анон. В данном паблике публикуются истории из КРМП, разные мемы, приколы, информация о серверах, разоблачения и так далее. В данной группе вы также можете предложить свои новости. Пацаны, ссылочку я оставлю на эту группу в описании. Всем советую, в принципе, подписывайтесь. И всем приятного просмотра. Итак, чуваки, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Эверест Ролиплей, пацаны. Да, Эверест Ролиплей, это серия подписчика, повторяю. Это же вторая серия, в принципе. Я что-то решил ее записать. Вот реально мне сервер понравился, решил записать еще одну серичку здесь. Поэтому ставьте лайкосики обязательно, пацаны. И не забывайте про мой промокод на 2000 кредитов. Вот такой вот промокод, пацаны. Благодаря ему вы станете успешным, так само как мой рыжий чувачок, который ездит на Мерсе, и у него дом на Рублевке возле воды. Поэтому не упустите свой шанс, пацаны. Вводите промокодик и живите как я. Ну а мы погнали, пацаны, номера получим, я думаю, на машину. Хотя у нас есть донат еще, пацаны, у нас есть еще донат. Так, окей, так, снимите игру, снять предупреждение, покупка VIP-статуса. Приобрести VIP-номер на автомобиль, 200 рублей, пацаны. Ёпта. Так, добавьте, допустим, мой любимый номер, короче. Раз, два. И чё? Так, может, надо... Так, придумайте и впишите регион. Допустим, регион будет 3 семёрки. Красный, оранжевый. Давайте красные. Окей. О, да. Хотя я мог поставить номера вор, но я решил эти номера поставить, потому что эти... Это мои любимые номера. Мои любимые цифры, 3 в этой восьмерочке. Я просто обожаю эти номера. Пацаны, блат номера просто въебали, понимаете? Я не донатил, это остался донат с прошлого видоса, пацаны. Можете также зайти, купить дом на Рублевке, купить себе Мерин и поставить блат номера. Пока их, кстати, не заняли, потому что могут занять блат номера нормальные. Может нам еще какую-то машину купить? Хотя ладно, поехали для начала. Номера мы не будем получить, потому что мы их поставили. Нужно в магазин одежды теперь ехать. Так, важные места. Поиск дома. За дом надо заплатить, точно. Так, важные места по работе. Кстати, что тут по работе есть? Рудник, сад, огород, колеса, навигатор. Ладно, в принципе, зачем на работе, пацаны? У нас есть 50 тысяч, в принципе. И донаты еще 500, по-моему, да. Поэтому сейчас мы поедем, купим себе скинец какой-то мажорский. И у нас будет все заебись. Просто я вам покажу, пацаны, за два видоса, это уже второе видео, кто не знает, посмотрите, перед этим видос был, как стать просто успешным чуваком на сервере. Бонус здесь есть, да, 500 тысяч, в принципе, небольшой бонус. Повторюсь, это сервер подписчика, поэтому, кому понравится сервак, заходите, просто играйте, пацаны. Не надо писать, там, мод слиты, не слиты, я не знаю, честно, я не знаю. Багов я здесь вообще не обнаружил. Все мне здесь нравится, все здесь не лагает, все плавно работает. Никаких лагов, все понятно и так далее. Мне этот мод нравится. Поэтому не надо там бомбить, что типа, ну, БРП и так далее. Да, бонус есть, небольшой бонус, в принципе, но... Бля, 500 тысяч это не как там, блядь, не знаю, 50 миллионов делают бонус. На 500 тысяч вы особо здесь не разгуляетесь. А с помощью моего промокода разгуляетесь. Поэтому дерзайте, пацаны, дерзайте. Так. Просто, блин, какой же он охуенный просто этот волчок, блядь. Охуенно просто. Так, стоп. Глушим, просто глушим, так. Ах, просто булочка, пацаны. Так, магазин одежды. Окей. Вход, войти. Купим себе какой-то скинец, потому что, ну, рыжиком бегать не очень. Не очень, честно говоря. Поэтому... Так. Давайте с самого конца начнем. 300 тысяч, 200 тысяч, так. Что-то дорого. Это, кстати, неплохой скинец. Да, мне он пригляделся. Но остальные такие себе. Так, давайте пишем донат.
И... так, игровая валюта, вот. Давайте соточку. Все, у нас 100 тысяч есть, короче, 400 донатов у нас остается. Сейчас найдем свой скин, какой мне понравился. Конечно, можно было скин купить и за 300 тысяч. Ну, блин, я думаю, все такие будут скины покупать, поэтому мы купим вот такой вот скин. У вас не зависит денег на руках. В смысле? Так, ну ладно, давайте выйдем и зайдем обратно. У меня 150 тысяч, и сколько он стоит? Что-то я не увидел. Сколько он стоит? Так, ну 100 тысяч стоит. А, 1 миллион он стоит, ебать. Не, спасибо, дорого. Он 1 миллион стоит, я думал, блядь. Пиздец, конечно. Ладно. Если у нас бандитов, то мы выберем какого-то бандитов. Не до такой степени, конечно, да. По 50 тысяч вот скины есть. Может, что-то годно найдем. Нам нужен гопник. Священник — это перебор. Без комментариев просто, пацаны. Я не мог этого не сделать. Понимаете? Я не мог этого не сделать. Я такой вижу первый раз, пацаны. Поэтому я его купил. Просто за 7 тысяч такой скин угарный. Блин. Лол. Что-то какой-то Санта-Клаус не очень, я вам скажу. Ну ладно. Хер с ним, в принципе. Но это такой угар, пиздец просто. Это реально просто пиздец. Это пипец просто. Это жесть. Так, чуваки, случилось непредвиденное. Мой персонаж обосрался. Не, шучу, меня крашнуло просто. Ладно, погнали, короче, дальше. Я перезашел уже. В принципе, а где мой Мерседес? О, возоружать надо. О, номерки мои блатные. Пацаны крутые. Так, у меня 143 тысячи осталось. Ну, такое, да? В принципе. Погнали, короче. Наверное, купим себе еще одну тачку какую-то. Что с дисками? Мне что-то гидравлика появилась. Диски откуда-то. Блять. Это как? Не думаю, что, блять, кто-то зашел на 5 минут, поставил мне диски и гидравлику. Потому что... Блять, ну это нереально. Ладно. Возможно, это бах, но не критичный зато бах, я думаю. В принципе, сейчас пойдем в тюнинг, наверное, тогда и поменяем диски, потому что что-то это мне не очень нравится. Потому что, блин, воссаны, конечно, такое. Поехали, короче, пробуем брать тюнинг с машины. Не, ну, конечно, халяву тюнинг, гидравлика еще, блять, ну, неплохо, да, так... Чисто у тебя крашено, блядь, а у тебя тут хуяк, и боссаны, блядь, гидравлика стоит. Нихуёвый такой подгончик. Так, видите, какие тут тачки стоят, кстати. Так, а изделие, нихера себе, такие еще не видел. О, бизнес продается, кстати. Сколько он стоит? 5 лямов. Так. Да, блин. Я бы купил бы себе 100, пацаны. Я бы себе купил бы. Ух ты, ёбаный в рот. Ух, ебать. Не, ну я такого еще не видел, на самом деле. Так, нитро. 3000. Вообще, так. Колеса. Че они не меняются? А что, стойки такие? Задний базовый покрас. Покрасить автомобиль. Боковые юбки, крыша. Нихуя себе, блядь. Не, ну красить мы его не будем, он черный, так нормально смотрится. Не, ну блядь, тюнинг здесь, конечно. Блядь, я хочу еще раз. Это пизда, конечно. А начнет он, так. Кастом дебиль, задний бампер. Спойлер, не, нет, ну спойлеров, колеса. Колеса не могу поменять.
Он еще выбрать данный товар. И ни хера не происходит. Ну, видите, пацаны, баг тоже есть. Не, ну выглядит оно очень охуенно. Не знаю, может это другой сервер и так далее, но мне это очень нравится. Я такого не видел, вообще по кайфу. За тюнинг прям, бля, респект. Я бы еще его выкупил, было бы еще лучше, конечно. Но бабла нема. Поэтому поехали дом, кстати, оплатим. Я так и не оплатил. О, нитро же есть у нас теперь. Так. Теперь у нас так, в принципе, Мерседес выглядит. Мне на самом деле столько колеса больше нравится. Поэтому я хз. Ну, ладно, попробую потом как-то это с помощью админов убрать, потому что мне это не нравится. Я могу все равно, по-моему, убрать, но, блин, я хочу тачку еще одну купить. Вы покинули станцию техобслуживания. Окей. Все, поехали в тюнинг, короче. Так, заводись. Точнее, не в тюнинг, а, блин, в банк. Потому что дом светит, это будет неприятно. Так, открыть, закрыть. Ладно, надо будет заправиться, кстати. Хоп. Банк. У нас 135 тысяч есть. Нормально, так. Проверить баланс, положить деньги на счет. Ну, давайте положим 35 тысяч, допустим, да? Заплатить за дом. Допустим, на сколько? На 27 дней. А, понятно. Оно с рук сразу снимает бабки. Ну, тем лучше, кстати. Так, у меня там 35 тысяч, по-моему, так. Снять деньги, 35 тысяч. Ну, нахер надо, нам нужно бабос на новую машину. Поэтому погнали, что-то купим себе, возможно. Это не точно, но постараемся что-то купить себе новенькое. Пока там тачки дешевые, потому что могут цены поменять. Так, поехали, поехали, поехали. Let's go, пацаны. Что-то не особо, кстати, он валит, этот Мерседес. Ну, блин, реально, мне столько в диске намного больше нравились. Я думаю, вы тоже согласитесь, что столько в диске намного круче. Надо будет потом днем эту проблему решить, потому что мне вообще не нравится. Ну, серб мне реально понравился. Да, видите, есть баги все-таки. Вот, допустим, с этим тюнингом я его не ставил, но он у меня появился, какого-то члена, понимаете? Он у меня появился. Да я еду по встречке, ну, извиняйте, пацаны. Я просто случайно сюда вылетел. Случайным образом. Тут есть валика? Блять. Куда мне еще вторую машину? Я, блядь, первую не могу нормально управлять. Конечно. Наш Санта-Клаус просто, блядь. Пиздец. Не, ну 2000 кредитов нормально так хватило на дом, на машину, на блат номера. Хочу сейчас купить тачку, чтобы еще хватило 200 рублей на блат номера. У меня всего 400 рублей, по-моему, осталось. Поэтому... я не могу... Я хочу схитрить. Я смогу еще раз свой промокод активировать. Кирилл. Ютуб. О! Я еще раз активировал. Вообще замечательно. Просто замечательно. Так, лучше машину. Так, пацаны, я тут бабусики еще себе. На щель, короче, да. Давайте вот ослони купим какую-то машину. У нас сколько денег там, я забыл. Я забыл, сколько у нас денег, короче. У нас, короче, лям с чем-то, да? Мы можем купить себе еще один Мерседес за лям. Давайте в конец будем листать, потому что я ж в прошлый раз туда листал, да? Что-то за 5 лямов. Ага, Мазерати. Ага, есть-то. Лям 300. Блин, ну, конечно, купить еще себе кабан один. Бля. Это будет сильно, конечно. А ну, давайте я выйду по сути денег. Лям 200. Сейчас исправим. Да, пацаны, у нас будет две легендарные машины. О, да. Мы купили себе эту бричку. Ох ты, ёпта. Забодись. Вот такие диски мне нравятся. Вот те не очень мне нравятся. Видите, вот эти колхозные. Вот такие прям вообще по кайфу. Хоть еще прёт не херово. Так, давайте теперь сюда номера ебанем. У нас тысяча... Так, окей. Привести ведь номер. Так, и выберем номер. Допустим... Сейчас.
Тверской и Рион. Где Хам 3 восьмерки. Бля, как же это охуенно. Два Мерседеса просто. А, жесть. Я просто в шоке реально. Я просто реально в шоке. Поехали, поставим эту тачку, короче. Блин, как же охуенно. У меня две легенды, пацаны. Волчок и вот этот Мерседес. Просто кайф. Блин, только куда его ставить теперь? Ну, давайте его поставим как-то вот так вот. Сейчас, вот сюда его паркану, короче. Будет здесь стоять. Сейчас, к обочине поближе. Так вот. Так, поближе, поближе. Вот так вот будет у нас стоять, короче, тут. Все, я припарковал. Да, все. Успешно, пацаны. А ну я могу прописать фикс-кар. А, она же загружена. Ну ладно. В принципе, чуваки, на этом будем заканчивать. Сегодня мы купили скин. Оплатил я за дом и купили еще один мерс, пацаны. Еще один мерс на блатах просто. Это жесть. Нам осталось еще купить бизнес. И у нас еще есть сколько места для тачек. Еще есть 2 места для машин. Поэтому ждите новых серий, пацаны. Потому что меня эта серия реально завлек. Мне он что-то очень понравился, реально. Это серия подписчика, конечно, но... Я просто уже не могу на протяжении 2 часов уже с него выйти, потому что мне очень нравится. И буду записывать для вас еще серички. Поэтому ставьте лайки там, вводите мой ник при регистрации и не забывайте про промокодик. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.